Всем привет, с вами Нинель. Сегодня мы с вами находимся в Голливуде. И посетим мы с вами сегодня кладбище. Как помню, одна дамочка написала: это Нинель не хочет работать, только ползает по кладбищам. Короче, поползаем с вами вместе сегодня по знаменитому кладбищу Hollywood Forever, Голливуд навсегда. И попытаемся с вами посетить могилу Олега Видова. Он был похоронен 20 мая на этом кладбище. На этом кладбище гуляют павлины. Может быть, увидим с вами. Сейчас едем в магазин. Может быть, там какие-нибудь я цветы куплю. Если не найдем могилу Видова, то возложим в другое место. Ух ты, как здесь клево. Ничего себе. Смотрите, здесь вот эта часть, здесь еврейское кладбище. Но всегда с нами. Эмигранты, видимо, из бывшего СССР. Кто-то приехал. Вот это да. Какие дворцы у них тут. Обалдеть. Вертолет что-то патрулирует полицейский. Как интересно. Это очень дорогое кладбище. Посмотрим цветы. Что-то нет в капсулках, как в Чикаго. В капсулках. В пробирках в таких. Как бы как ориентир, тут есть следующий крипт Микеруни. Угу. Видите, это прямо вот здесь центральный вход, и это первая ниша. Thank you. Спасибо. Пожалуйста. Такая неожиданность, что вы по-русски говорите. А нет у вас цветов таких в капсулках? Вот мы в Чикаго были на кладбище, там такие пробирочки. Угу. И цветочек, там розочку в пробирочке, нет такого? Да, мы можем в пробирочку, у него там пока нет никаких ни вазочек, ничего. Ничего, есть, просто букетик, если взять. Да, там есть такой, знаете, потому что получается как бы так стена и небольшой выступ, то есть там вот стоит сейчас какая-то орхидея и елочка, можно просто, ну, например, там, я не знаю, вон там положить. Я могу просто розу, например, такую пробирку с водой. Ага, давайте. Да. Так неожиданно для себя оказалось, что там уже долго думала, что это откуда из России? Из Москвы? Из Калининграда. О, из Калининграда того, который прибалтийский или... Не Подмосковье. А, который... Еще два Калининграда. Да. Я тот, который на Балтийском море. Сейчас вон Москва. Да, это, знаете, тоже называется было временно, пока была
мужа позвали на работу, ага. на год, потом на два, потом и так далее. Окей, 272. Is there a charge for the map? Yeah, it's $5 if you want it. You want the map? Why not? Of course. Большое спасибо. Пожалуйста. Thank you. Очень приятно было. Я Нинель. О, красивый имя какой. Ира. Ира, очень приятно. До свидания. Нашу везде. Russians everywhere. Такие есть цветы. Теперь все удивляется, что везде русские. Ой, какие цветы, обалдеть. Сейчас. Итак, мы находимся с вами на голливудском кладбище. Голливуд навсегда. Впервые появилось это кладбище в 1899 году. Здесь в основном похоронены люди, связанные с голливудской киноиндустрией, актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, члены их семей. Также очень много евреев и армян. Очень дорогое. Встречаются и русские, конечно, есть. Имена самое известное – это имя Олег Видов, Сергей Филонов, Грузия. Я, знаете, пока вижу только все наши соотечественники, как бы, по именам. Очень много, видимо, Советского Союза людей. Обалдеть просто. Вот сколько биотуалетов. У нас есть карта, мы ориентируемся по карте. И потому, куда нас направили. Какой-то пруд здесь. Мавзолей чей-то. Крис Корнелл. Саундгарден. Саундгарден. Из группы. Покончил жизнь самоубийством, повесился. Вот вчера его хоронили. Красавчик на Ландулона похож. Обалдеть. Женщина мне сказала, ну, девушка, молодая женщина, сказала мне, что еще нет вот самой мемориальной плиты. И все возлагают здесь. Мы пошли вот к этому B1101. B-сектор не имеет такого номера. А 1101 не имеет буквы B. Поэтому здесь цветочек я поставлю. Вот. Расскажу, что на церемонии 20 мая присутствовало более 50 человек. И это были только русские актеры. Джоан Барстен, жена Олега Видова, сказала, что я подумала, что он должен быть в окружении своих поклонников. Поэтому были только русские. Был сын Сергей со своей невестой. Олег Видов умер 15 мая в возрасте 73 лет. Актер, известный моему поколению. Я думаю, что молодое поколение, возможно, его и не знают, если только по американскому фильму «Красная жара». А может быть, я ошибаюсь. В нашей стране он известен по фильмам «Обыкновенное чудо», «Всадник без головы», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя», «Ватерлоо». А «Ватерлоо» не знает, наверное, не наш фильм. «Метель». Олег Видов имел необычайно красивую внешность. Светлые волосы, голубые глаза. Помню, такой красавчик, вот особенно «Всадники без головы», обалдеть. Какой красивый был. Сейчас семья актера готовит к публикации его стихи.
Вот, пока еще не оформлено место захоронения, поэтому я поставлю цветочек здесь. Отдам дань памяти об очень известном в России, ну, не так известном в Америке, актере Олеге Видове. Скажу, что 73 года, это еще молодой мужчина. Жить бы дожить. Ставлю розочку. Как бы ее тут приставить? Может, в угол поставить, так ее может ветром сдуть. Поставила розочку. Покойся с миром на чужой тебе земле. Хотя, наверное, она ему стала родной. Он здесь обрел свое семейное личное счастье. Рудольфо Валентино. Это американский киноактер итальянского происхождения. Секс-символ немого кино. Здесь похоронен. А это памятник Шпицу. Кличка у него, ну, по фильму он был Тото. Этот Шпиц снимался в фильме «Волшебник страны Оз» в 1939 году. Мы знаем это произведение как «Волшебник изумрудного города». Настоящее имя собачки этой было Терри. Вот ему установили такой памятник. Тоже своего рода звезда. На кладбище проходят концерты, а также проходит фестиваль «Синеспия», собирающий около 3000 зрителей каждый год летом с мая по сентябрь. Все расстилают на земле одеяло, берут с собой напитки, еду, пьют, едят, лежат, сидят. Звучит музыка. Выглядит это так, как многолюдный пикник. А когда стемнеет, показывают фильмы. В основном прошлого века фильмы. Такие дни, такой фестиваль, когда проводится, то считается, что это отдается дань памяти упокоенным здесь звездам, которые были рады бы снова оказаться на публике. Это Джонни Рамон. Гитарист, один из основателей американской панк-рок-группы Ramones. И брат здесь его похоронен, Диди. Сколько девчонок поцеловала. Это брат Джонни Рамон. Сигареты есть, это пивасик. Вот американская актриса известная Майла Нарми, финского происхождения. В основном она известна поклонникам фильмов ужасов под псевдонимом вампира, вампайра. Голливудская легенда. Тоже кто-то ее поцеловал. Еще одна могила. Ой, уточки гуляют. Ой, господи, какая прелесть. Здесь на лужайке располагаются зрители. Как я сказала, со своими пледами, с едой и выпивкой. И смотрят на стене мавзолея фильмы прошлого столетия. Музыкант, наверное. Сейчас еще сына Чарли Чаплина захоронение покажу. Все. В общем, Джей посетил сегодня своего знакомого музыканта.
Ой, как красиво окно такое. А я посетила могилу Олега Видова. Ой, как красиво. И вот здесь захоронен сын Чарли Чаплина, Чарльз Чаплин Джуниор. Он тоже актером был американским.